история, связанная с театром, началась, наверное, еще когда мне было всего там 3 года. Меня родители первый раз привели в театр. Это было в другом городе, даже в другой стране. Это было в Казахстане, в городе Уральск. Меня привели на спектакль «День рождения кота Леопольда», который я, наверное, без преувеличения посмотрел раз 50. И вот с этого как-то завязалось мои отношения с театром. И потом, когда я уже учился в школе, я узнал, что есть в городе театральная студия, куда я и поступил. У меня одноклассница там училась. Мне очень хотелось тоже быть причастным к этому таинству, связанному с выходом на сцену и с игрой в спектаклях. И отучившись в этой театральной студии, я уже где-то к классу, к 9-му общеобразовательной школы точно понимал, куда я буду поступать, что я буду поступать в театральный, и уже заранее начинал готовиться. То есть у меня не было там вот этих вот иллюзий, типа я буду космонавтом, или может быть врачом, или может быть пойду в милицию. Нет, я точно знал, что я хочу стать актером. В Самару я попал, я очень хотел попасть в этот театр, я очень много слышал про него, я очень много видел спектаклей. И когда я учился в Саратове, Адольф Яковлевич Шапиро, один из ведущих режиссеров театра «Самарт», выпускал спектакль в саратовском ТЮЗе. И появилась возможность встретиться с ним и организовать такое небольшое прослушивание для нашего курса. И вот он выбрал меня и еще одну девушку, которую впоследствии, мы, собственно говоря, и пришли в театр «Самарт». Я пришел и как-то сразу включился в работу, то есть театр только вышел из отпуска, и меня только представили на собрании как нового артиста, и сразу же с первого дня я включился в репетицию нового спектакля, который на тот момент выпускался. Я попал в репетицию следующего, потом выпустился следующий спектакль, попал в репетицию сказки, и так сразу, когда ты включаешься активно в работу, как-то вот эти вот все бытовые хлопоты, они уходят на второй план, и нет вот этого ощущения какого-то дискомфорта. Тем более, что, действительно, я попал в тот театр, в который хотел.